ребята, грёбаный распорядок дня. Мужа жду домой. Сейчас уже 2 ночи. Фу, я там носила стирку. С бейсмента на 3-й этаж. Запыхалась немножко. Смотрю, уже муж приехал. У меня здесь закипает бусику индейка. Здесь у меня в духовке курочка. И вот здесь вот рыбка. А здесь мой муженек приехал. Я уже всю посуду перемыла, лук остался. А здесь посуда. Здесь я запарила морковку, чтобы ее скушать. Это уже чищенная морковка. А муж домой приехал. А у нас еще машина не разгруженная. Давай мне, Тём. Где твой Тём? Буся, не царапайся, Буська. Не царапайся. Буся, мы там новой куртке, не царапайся. Давай. Не царапайся, сказал ему что-нибудь. Ревность, ревность. Стоп, я коленкой держу. Давай, Тём. Все. Не царапайся. Катастрофа. Стоп, 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 стоп. Успокойся. Хороший мальчик. Смотришь, сикает удовольствие. Ну да, да. Психанул. Иди сюда, иди ко мне. Он лежал, пока ты не приехал, я уже начала переживать, почему он вообще не пристает ко мне. Иди сюда, кем папу ждал, скажи. Да, кем папу ждал. Сладкий мальчик. Снова деньги. Так, там еще машина не разгружена, ну там немножко, и запекается в духовке курочка. Все, 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 все рады, все рады, все, все, настроение появилось, да? Ай, так, нужно это самое скрутить. Что, забирать его на задний дворик или как? Ну ладно, пусть здесь сидит. Выбежать может. Так, 2 ночи, ребята. В общем, Буську привязала, говорю, пошли на задний дворик. Потому что папка будет сумки носить. А он не захотел. Вот. Пришлось его привязать. Он мне сказал, мама, я здесь буду сидеть и смотреть. Да, мой хороший? Вот. Потому что дверь открыта. Я боюсь, чтобы он не выбежал. Потому что уже такое было. Малыш выбегал. И там машина проехала. Я чуть инфаркт не получила. Вот так вот выбежал просто, знаете, так на дорогу. А там едет машина. Ночь была, никто бы не мог подумать, что там будет машина. Папик носит сумки. Все забрал или там что-то еще есть? Света, я только 2 раза сходил. Он у меня такой молодец, он все тяжелые сумки сам носит. Сам носит. Жене не позволяет. Говорит, ты маленькая, да, Буся? Он мне говорит, я приеду, я все разгружу. Ты маленькая. Он говорит, ты мальвинка. А я тебя буду снимать. Ты носи. Как бы. Ты носи, я буду снимать. Окей? Там у нас вкусненькое всякое запекается. Ну, начинаю раскладывать, что я здесь купила. Водичка. Водичка zero калорий. Вот, 0 калорий. Обычная водичка. В общем-то, я сегодня немного купила. Это мочалки для кухни. Это мыло твердое закончилось. Это чек, если муж хочет посмотреть. Это для посудомоечной машины средство. Вот такое я покупаю, самое дешевое. Вот такое вот. Из магазина Foodline. Очень дешево стоит. Так, что здесь? Буся, ты там привязанный маленький. А я себе купила фонарик наконец-то. С Буськой гулять по ночам. Это мы должны убрать. Такой вот батончик. Обычный батон. Кучу хлеба полезного. Это хлеб был по скидке по $6. Этот хлеб не был по скидке дорогой. Но здесь... Нет, тоже был по скидке. $4. 40 калорий. Это что? Вот этот не был по скидке. Ну, где-то $6. Хлеб очень дорогой в США. Это тоже кето меню. Кето. 40 калорий хлеб. Так, все это сюда в стирку. Туалетная бумага.
стиральный порошок, рыба копченая, красная рыба по скидкам. Что здесь у нас? Это мужу колбаски. Эти колбаски стоят $6. Я купила за 4. Вот. Эти колбаски мы отвариваем, вернее, муж. Ну, я отвариваю, он себе берет на закуску, когда работает в Uber. Так, что еще дальше? О, наконец-то, средство для посуды. Буся, здесь он ждет бумажные эти пакетики, а их здесь нет. Я купила средство для посуды. Малыша привязала. Сейчас уже все покажу и уже его отвяжу. Водичка минеральная. Еще раз водичка. Так, что тут пусто, нет? Еще водичка. Люблю водичку с бульбашками. Люблю такую вот водичку. Сода американская. Так, что здесь у нас? А, здесь прикол. Это мне на кассе сказал кассир. Ты говорит, любишь вишню? Я говорю, да, люблю вишню. И вот 3 пакетика американской вишни. Ну, как-то так. На, Буся. Сейчас мама тебя отвяжет. Двери закрыты. Уже не выбежим, да? Ну, скажи, мама, мама, я скажи, хочу играться, я хочу посмотреть, что здесь за такое творится. А вот еще сумка у нас. Ну, пусть грызет. Он тебя ждал. Значит, это сальмон уже со шкуркой. Думаю, что сделаю гриль. И у меня муж также полюбил рыбные котлеты. Вот эта вот рыбка без шкурки была по скидке $12. Wild, то есть дикая рыбка, полезная. Вот. И креветки дикие, уже готовые. Я делала недавно шашлычки с креветкой, с овощами. Очень вкусно. У меня муж тоже это кушал. Так, а это Бусику игрушки. Давай мы тебя отвяжем. Давай, малыш. Кази, мама, злая меня привезла. Привязала, злая мама привязала, да? Злая мама такая. Подожди, 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 не пахти. Стоп, 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 стоп. У меня там еще в духовке всякое. Стоп, стоп. Давай, вылази. Ой, кази, свободу, свободу бусиком. Ой, вот так, вот так, все. Все, все, все. Давай, разбирайся. Так, у меня здесь духовка пикает еще. Таймер, так. Сейчас нужно посмотреть, что здесь. Так, я разложила все барахло после магазина. Все здесь чистенько. Вода осталась. И я жую морковку. Эта морковка вообще уже чищенная. Но я брезгую. Залила ее кипятком. И на сегодня будет это мой ужин. Хотя у меня есть такая вкуснейшая рыба. С лучком и чесночком, еще горяченькая. Я боюсь соблазниться, потому что большое пузо у меня. Мне еще нужно дождаться здесь. В бусике варится индейка. И мужу курица запекается. Ой, она уже не запекается, она уже орёт здесь. А что ты орёшь? Температура большая. Что с ней делать? А я его включаю нафиг. Температура высокая была. Что с курицей? Ты готова или нет? Муж говорит, хочет курицу. Горяченькая. У него там есть еще свинина. В принципе, курица уже готова. Все, нужно включать. Make stop. Off. Таймер off. Все. Время 2:30 ночи. Вот такой у нас режим. Муж вернулся домой в 2 часа ночи. Я
Спать без него не могу. Я его должна дождаться. Накормить что-то с индейкой. Морковку грызу. Нафиг. Вот сейчас до высокой температуры. Выключу, пусть настаивается. Так, у меня там еще нужно две стирки нужно разобрать. Все, закипело. Все, всем приятного настроения. Кушайте морковку, это полезно. Для здоровья, для зрения, для фигуры. Увидимся, всем пока. Не жалейте лайки.